Пешком в роддом беременным самим приходится преодолевать расстояние в 2 километра от конечной остановки 99-го маршрута до нового перинатального центра. На это саратовцы сегодня пожаловались правозащитникам. Правда, сами водители маршруток утверждают, что они доезжают до здания перинатального центра. Правда, только по графику с 6 до 9 утра и с 16 до 18 вечером. Дороги узкие, уже машина задела одна. Там еле разъезжаешь, чуть большая машина, все, там невозможно ездить. Туда заезд, выезд. Надо или прямую дорогу сюда вот делать к нам, или другой транспорт пускать, или, я не знаю, конечную там делать у перинатального центра, кольцо какое-то. Все, будет нормально. Все дело в том, что рядом с центром нет остановочно-разворотной площадки, тротуара и фонарей. Пока наша съемочная группа дежурила возле перинатального центра, мы увидели, что дороги к нему чистят, а вот ни одной маршрутки 99-й мы так и не заметили.